Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов прохождения новой карты, тоже паркур. Как вы помните, недавно мы прошли очень клёвую карту, где мы практиковали магический паркур, то есть мы с помощью магического посоха перемещались с одной платформы на другую. Там было 6 крутых и очень сложных уровней, но все же мы смогли их пройти. Это новая карта, которая называется Jetpack Dude, то есть это Jetpack Чувак, то есть реактивный ранец, где нам также нужно с помощью этого ранца перемещаться с платформы на платформу, и там тоже вроде 6 уровней, и нам нужно пройти вот эти 6 уровней. Ребят, я надеюсь, что вам эта серия понравится. Мне нужно знать, хотите ли вы продолжение. Мне просто-напросто нужно знать, хотите ли вы больше видео. Я для вас буду выпускать как можно чаще видео, но все, что я хотя бы прошу, это поставить лайк. Не так-то это сложно, на секунду, чтобы поставить лайк, но это действительно будет для меня очень сильно приятно. Как только мы наберем 1500 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. Честное слово, ребята, поэтому не поленитесь, поставьте лайк и также подпишитесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я приветствую новых друзей в нашей дружной и большой семье подписчиков. Я вас приглашаю, кто еще на меня не подписан. Это будет действительно очень круто и супер, как я хотел сказать. Секунду, чтобы поставить лайк, секунду, чтобы подписаться, но я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, больше мы не будем тянуть никого за яички. Сразу же продолжаем, точнее, начинаем проходить нашу крутую карту. Выбрать color, то есть выбрать цвет. Помните, ребята, в предыдущей карте, где мы были магом, нам тоже нужно было выбрать цвет. Нифига себе, смотрите, ребята, у нас реально реактивный ранец на спине, и у нас красный цвет. Но и у нас также ботиночки, джетпак, красный, и ботиночки. Если честно, не знаю, может, а ну зеленый попробуем. Зеленый. Зеленый прикольненький, но мои любимые цвета, ребята, это, как я уже говорил, оранжевый, синий. Может, чуть-чуть красный. Ребята, напишите... Да, красный, чуть-чуть черный даже. Напишите ваши любимые цвета в комментарии. То есть, какой вам больше всего нравится цвет. И также, какой цвет вы бы выбрали, если бы проходили эту карту. Синий может... О, синий реально крутой. Давайте выберем синий. И что, ребята, мы сразу же начинаем. И сейчас мы... Тут есть где-то тут... Вот, туториал, ребята. Давайте пройдем обучение. Так. Бедрок восстанавливает твое топливо. Туториал, то есть вернись на твой космический корабль. Удачи и также... Ага, use piece of broken sentence to get there. То есть, чтобы попасть туда, используй вот эти разрушенные части корабля, которые летают в пространстве, да, в космосе, чтобы добраться к самому кораблю. Или что это такое, фиг его знает. Ну что, ребята, пополняем наше топливо, у нас 100 топлива. И, как я понял, нам нужно сейчас туда добраться, да? Тут, в принципе, ничего нету, это какая-то комета. Ух, это немного сложновато, я просто, знаете, пока что не знаю, как нажимать, то есть, или по разу нажимать, чтобы он так, по чуть-чуть подлетел, или просто-напросто зажать, чтобы он сразу высоко подлетел. Я не знаю, ребята, честное слово. Ага, то есть вот это зеленая, нет, не шерсть, я хотел сказать, шерсть, зеленая глина, это чекпоинт, как у нас было, в принципе, и в предыдущей карте. Ага, то есть... Но все же я сэкономил. Ну как сэкономил? Ну как сэкономил? То есть сейчас я туда не смогу вернуться, потому что у нас кончилось топливо, да? Я не смогу туда допрыгнуть. Хреновенько. То есть тут еще и планировать нужно топливо, насколько оно тебе хватит. Офигеть. Ну когда ты восстанавливаешься на своей контрольной точке, то топливо обратно... то топливо опять у тебя появляется. Вот так, замечательно. Замечательно. И сейчас у нас есть еще 10 топлива. Это... Ну, в принципе, круто даже, что я умер, потому что у нас было мало топлива. А сейчас как... Да ты что, издеваешься? Ну, иди сюда, зараза. Сейчас мы тебя уже наконец-то пройдем. Я хочу... надеяться то, что мы все-таки сможем это пройти. Так, сейчас нам сюда взлететь, как я понял, 100%. Сейчас нам допрыгнуть сюда и сюда. Так, красная глина тебя убивает. То есть, как я понял, если мы наступим на красную глину, то она нас убьет, да?
Да, поэтому будем держаться как можно дальше от этой красной неприятной глины. Но в принципе все, да, мы добрались до нашего космического корабля. Тут у нас какая-то ошибка, эррор, ага, то есть ничего не работает. Но в принципе, опа, и мы смогли закончить наш уровень. Круто! Круто, круто, круто. Точнее, это даже был не уровень, а туториал. Сейчас, ребята, мы приступаем к самому первому уровню. Фух, первый уровень так и начинается, точнее, так и называется начало, да? И наш запас топлива поставлен на минимум. То есть у нас очень мало топлива. Ну, пофиг, пофиг. Пофиг, пофиг, сейчас мы, ребята, это все попытаемся пройти. Я хочу узнать, ну, в принципе, я сюда-то добрался, но... Да, ладно, еще раз попробуем. Ну что, вот так, замечательно. Главное, главное спокойно, ребята. Главное, всегда главное это спокойствие. То есть, вот так мы потихонечку прыгаем. Вот, видите, сейчас я допрыгнул, потому что я был спокоен, как удав нафиг. Сейчас мы сюда допрыгнем. Да, я надеюсь, что мы тут не умрем, но если мы в воду попадем, то умрем. Твою... Вот. Так, ух, то, что я без топлива, это фиговенько, но все же я смог сюда допрыгнуть. Сейчас нам нужно туда, да? Ух, постараемся, 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 главное не упасть, это самое важное. Вот так, потихонечку, спокойненько, 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 замечательно. Ну что, ребята, сейчас сюда наверх. Вот так, сейчас у нас, ага... Ага, то есть вот эта голубая, как синяя. Синяя глина — это у нас скорость. Но, в принципе, не так-то это просто с этой скоростью нафиг туда допрыгнуть. Так, где я появился? А, круто, а то я опять думал, что я вот там нафиг появился. Вот так. Я... О, как меня вот это бесит. Очень большая скорость, я просто-напросто... Не успеваю нажать Space. А сейчас я не допрыгнул. Твою фуражку, а? Твою кобылу за ногу. Сейчас. А? Ва, наконец-то я допрошел сюда. Вот у меня как раз скорость кончилась. Ну, вроде кончилась, да? Ладно, давайте мы сейчас быстренько сохранимся, а то это просто-напросто жопа. Это просто офигеть, как сюда было сложно попасть. Ребят, я где-то минут 4, вот честное слово, не совру вам, 4 минуты я где-то там стоял и пытался вот эту фигню пройти. Это очень сложно, я надеюсь, что больше этого не повторится. То есть мне не нужно вот такие испытания с этим, с этой скоростью. О, здрасте. Здрасте, вы очень миленькие. А, то есть мы там были... А, на... Так, на... Что на все это? Да, ребята! Мы прошли уже первый уровень, то есть вот эта часть с этой скоростью, это была самая ужасная часть, но... Я реально прошел за 4-5 минут, и это офигеть, как сложно было. Но ладно, забудем. Давайте продвигаемся дальше. Ребята, о чем я хотел спросить тогда, когда я начал заикаться? О том, то, что вы со мной можете посоревноваться. Все, что вам нужно, это просто-напросто скачать вот эту карту и просто начать ее проходить. И напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько уровней вы уже прошли. То есть, ну, скачайте... А, твою... Мать! Просто скачайте и напишите, сколько уровней вы уже прошли. Мне интересно, сможете ли вы меня победить, потому что в этой серии, как минимум, я хотя бы хочу пройти, ну, хотя бы... Ага, то есть мне нужно было сэкономить, чтобы туда допрыгнуть. А, я понял. Ну, хотя бы 3 уровня. Если я пройду 3 уровня, то это уже будет круто. И мы сможем пройти еще следующие 3 уровня, наверное, в следующий... В следующей серии, если, конечно, вам вот эта карта понравится. Поэтому, ребята, качайте... Офигеть! Поэтому, ребята, качайте и соревнуйтесь со мной, пишите, сколько уровней вы уже смогли пройти. Дайте мне пройти нафиг вот эту конченую часть. Мне точно сюда нужно? Так, все, не забываем нажимать. Мне нужно сэкономить, чтобы туда добраться, твою... Слушайте, а я не могу... Обманули систему. Так я же сюда изначально мог забраться. Я там парился. Не продумали это, не продумали. 1, 2. Вот так, замечательно. Сейчас сюда, а сейчас... Так, а сейчас куда? Нам точно сюда нужно. Оу, оу, ребятишки.
Нет, нам наверх нужно было. Ага, замечательно. Я надеюсь, что я тут сохранился. Круто. И сейчас нам... Вот, замечательно. Нужно экономить, ребята, нужно экономить. Я надеюсь, что... Да, я смогу тут обычным даже путем запрыгнуть. Все же не зря мы проходили вот ту карту с магическим... паркуром. Нет, все же зря, наверное, проходили мы ее нахрен. Хотя, в принципе, может, даже не зря. Может, она нам даже помогла. Твою... Нет, ни хрена она нам не помогла вообще. Уроки паркура на магической карте. Да иди ты в жопу! Магическая карта, ты меня начала подводить. Я не знаю, сколько я это прохожу уже. Но это можно просто... сойти с ума, сколько я вот эту хрень проходил. Магическая карта, пожалуйста. Ты же нам дала уроки. Ты же нам преподавала уроки паркура. Мне хочется надеяться, то, что не зря же я тебя проходил. Мне надеяться, хочется надеяться, то, что нам тут не потребуется топливо на джетпак. Хотя, нет, все-таки, ху, потому что если бы оно потребовалось, то мне нужно бы было это все заново проходить, потому что топлива у нас не было. И сейчас у нас его тоже уже, мать его, нету. Привет. Попыточка. Ой, 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 допрыгнули, допрыгнули, допрыгнули. Ух ты, нифига себе. А, не, все-таки допрыгнули. А, все, мы уже прошли. Заточили второй уровень. Сейчас у нас, ребята, третий уровень на подходе. Нифига себе. Нифига себе. То есть уровень топлива нам увеличили до среднего. То есть сейчас у нас запас не 25 единиц, а уже 50. Круто, да. Эта информация, охренеть, какая полезная. Это нам реально очень сильно повезло. Ты что со мной выкобыливаться будешь, а? Ты что, джетпак, со мной выкобыливаться будешь? Замечательно. Ух ты, нам сейчас... Туда, вот нам туда, да. Угу. Попыточка! Я понимаю то, что бензин дорогой, топливо тоже дорогое, но Эдисон, нужно же хотя бы два раза нажать, да, чтобы туда допрыгнуть, а я продолжаю экономить. Мать за ногу! На тебе! Круто, но сейчас я туда не допрыгну. Прощай, глупый мир и глупый паркур. Да дайте вот это твою мать, ну я понимаю, да совсем чё, почему? Все, начинаем тратиться на бензин. А вот сейчас как я допрыгнул сюда? То есть 35 миллионов раз я туда прыгал, не допрыгнул, а сейчас допрыгнул, и мы взлетели прям нахрен в космос. Офигеть. И сейчас я... Вот сейчас я сюда допрыгнул, и мне понадобилось 18 топлива. В предыдущий раз мне понадобилось 8. Или сколько там, 9 нужно было. Охренеть, я не понимаю логики этого Майнкрафта. То есть один раз нам нужно 9... топливо, чтобы взлететь нахрен в атмосферу. Сейчас нам нужно 20 топлива, чтобы еле туда долететь. Может, я неудачно как-то нажимаю на кнопочки. Может, мне нужно... О, а сейчас мне вообще там охренеть сколько понадобилось нахрен. Грузовики столько топлива не кушают, не употребляют, как этот конченый бэкпак. Джетпак, бэкпак. Мозги взрываются. Мозги взрываются. Ребята, никогда не скачивайте его. Никогда не скачивайте такие паркур-карты! Ты чё, ты сейчас орангутан конченый? Ты что, со мной издеваться будешь нафиг? А, ты шо? Ты шо? Дыхание – залог успеха, ребята. Если вы не знали, нужно дышать, дышать, дышать. Охренеть. Иди в жопу, а? В жопу. Вот эта часть, иди просто в жопу Кинг-Конгу. Честное слово, я даже не хочу тебя вспоминать.
Это все очень круто, но я должен был это все использовать. Круто. Так, ладно. А ну вы видите то, что тут реально можно... Да и ты... Мать моя женщина. Уа! Все-таки тут реально можно сэкономить топливо. Если бы я еще знал, когда его экономить, а когда его тратить. Ух ты, нифига себе. Так, нифига себе. Там что, невидимая стена с этих красных глиняных блоков. Мать. Да ты что это всё? Ах, ты ж... Да твой... Ну... Так. Это вообще реально тут перепрыгнуть, а? Айди ты в жу... Так, мне удалось сэкономить немного, мать его, топлива. Эта карта просто нахрен издевается, честное слово. Оргазм нахрен. Оргазм. Это офигеть. Я не знаю, какой пионер вот эту карту создавал, но ты мудак. Не, ну ладно, не мудак, но это охренеть просто. Нет, все-таки мудак, да. Прям генерал, охренеть, генерал мудакова, честное слово. Я не знаю, что тебе в голову... Че это за хрень? Че это, мать твою... Как меня прикалывает, когда вот эти чекпоинты не работают. Хоть я и тут нафиг сохранился, мне сейчас опять нужно было вот это полчаса проходить. Иди ты, блин, вот. Иди ты... Да ты чё, твой... Вот... Да ты... Ну как ты там не прыгаешь? Ну, я просто не понимаю. Вот честно, ребят, это лаги вот этих нахрен новых снэпшотов. Как, почему оно там не прыгает? Если я нажимаю Space, мать твою. Если я нажимаю... Space, мать твою. Если Space опять. Если... Вот, ух ты. А сейчас я когда наступил нафиг, то это меня не убило. А вот там, вот тут я подпрыгивал в воздух, и меня оно убивало. Где нафиг логика, а? Где нафиг логика в этой, мать его, карте? Где она? Где она? В жопе варангутанга нафиг? Я, если честно, тоже не знаю. Все, мы прошли. Слава Деду Морозу. Охренеть просто. Ладно, ребята, мне кажется, на этом мы будем заканчивать, потому что у нас осталось еще 3 уровня. Если мы будем продолжать проходить вот эту карту, то я к утру тут буду сидеть и ее продолжать записывать, потому что если мне на вот эти уровни понадобилось, для вас это 15 минут, а для меня понадобилось где-то больше, чем полчаса, потому что вы не видели вне кадра, сколько я раз перепроходил, то тот же нафиг вот сейчас вот эти платформы с красной глиной я проходил минут 10 вне кадра. Это охренеть просто. Ладно, давайте заканчивать. Если вы хотите видеть новую серию, ребята, вы знаете, что делать. Да, мне просто нужно знать, хотите ли вы ее. Дайте, ребята, мне знать, хотите ли вы новые видео и новые серии. Все, что вам нужно, это просто поставить лайки. Если мы набираем 1500 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. Но, ребята, не останавливаемся, потому что чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Тем, что самое главное, длиннее будет серия. Ребята, все решайте вы, когда выходят видео. Насколько длинные они будут и какие они будут, потому что я люблю своих подписчиков, я вам, ребята, вот честно, жму руку тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что вы реально заслужите уважение, если вы не перематывали и также не выключали видео до конца. Поэтому, ребята, набираем 1500 лайков, сразу же выходит новая серия. Если набираем больше, то она выйдет еще намного быстрее и также
их выйдет больше и длиннее. Да, ребята, также подписываемся на мой канал, как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я рад приветствовать новых друзей в нашей дружной большой семье подписчиков. Секунда, чтобы поставить лайк, секунда, чтобы подписаться, это 2 секунды, ребята, но за эти 2 секунды вы сможете сделать меня намного счастливее, я буду действительно очень сильно этому рад. Я еще раз говорю большое спасибо вам за просмотр, всем удачи, сейчас мы, ребята, прощаемся, но встретимся в следующем видео. Всем пока!